Товарищи, блядь, каюсь нахуй. Какая-то хуйня исполнилась, блядь. Непонятная мне, блядь. Остановить стрим, он, блядь, весь упал, нахуй. И что-то там от какой-то осечки. Короче, блядь, извиняюсь, дико извиняюсь. Хуй с ним. Мне скидка, блядь. Первый раз я вообще стримил за СГ, блядь, с этими ебучими задержками. Я же не ебу нихуя. Никто же мне не показал, что там, блядь, с этими кнопками ебаными, дырявыми, ну, горячими. Короче, еще будет СГ в субботу, там уже все будет нормально, без выебонов. Так что это самое. Не обессудьте, извиняюсь, что там прорвался. Ну, мы там поехали на КамАЗе, высадились куда-то, блядь, пошли в лес, наткнулись на спецназ, одного рубанули, нас, меня застрелили в голову, там дальше парни живые остались. Там много не потеряли, блядь. Здесь так получилось, блядь, перезапустить, я перезапустил черный экран, он пишет, типа, все, конец стрима, блядь, я не знаю, короче, блядь. Не парься, я его там не профессионал, хуй с ним, блядь. Мы же, как сказать, деревянным способом. Завтра все будет нормально. Всяких, блядь, картинок, блядь, вот этих паданий, блядь, стримов. Ну, я их сам выключил. Но когда я умер, я думал, блядь, а он взял, выключился. А где задержка? Короче, блядь, дико извиняюсь. Завтра все будет нормально, не переживайте. Спасибо, ребят, кто поддержал. Не успел со всеми пообщаться. Кто смотрел стрим, тоже спасибо. Всем до свидания. Встречаемся завтра. Все будет завтра нормально, без всяких выборов, блядь. Это, по крайней мере. И, по крайней мере, я уже знаю, в чем проблема. Ну, я с этими проблемами, с этими штуками не сталкивался никогда. Сейчас хуй с ним, бля. Небольшой такой видосик. Все. Всем еще раз спасибо. До свидания. Так получилось, извините, бля.